В России продолжается процесс голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки работают уже шестой день. За это время миллионы жителей страны успели выразить свою гражданскую позицию. В Ленинском городском округе работает 63 участковые избирательные комиссии. Без дела члены комиссии не сидят. Наблюдается постоянный поток желающих голосовать. Мы за Конституцию. Надо обязательно ее принять. Безусловно, очень важно, потому что это будущее наше и наших детей. Решение сделать голосование в течение недели себя оправдало. Так удалось сократить одновременное скопление людей на участках, где, безусловно, соблюдаются все санитарные меры. На входе избирателям меряют температуру, выдают, если нет своих, маски и перчатки, индивидуальную письменную ручку. Все хорошо, все нормально. Все оформлено как следует. На избирательных участках Ленинского городского округа никаких нарушений за все дни голосования зафиксировано не было. Ситуация спокойная. Работа идет в штатном режиме. Люди идут, обстановка спокойная, все проходят и голосуют. Все у нас хорошо, слава богу. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Уже завтра, 1 июля, наступит финальный день голосования. Он в России объявлен нерабочим.